О революции языком чашек и тарелок. В выставочном зале историко-мемориального центра музея Ивана Гончарова открылась выставка «Романтика революции. Агитационное советское прикладное искусство». Прибыла она в Ульяновск из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства города Москвы. В экспозиции около 140 работ, выполненных в различной технике. Скульптуры, изделия из фарфора, дерева, тканей, бумаги. Агитация через предметы быта. Неординарное явление в русской культуре, не имеющее мировых аналогов. Ведь творцами пропаганды в начале прошлого столетия были ведущие художники, скульпторы, деятели культуры и искусства страны. У посетителей есть редкая возможность увидеть эксклюзивные работы 20-30-х годов 20 века. Очень важно приезжать со своими идеями, концепциями, выверенными идеями к вам, в ваши замечательные музеи, встраиваться в ваши великолепные программы и таким образом добывать ту самую, современным словом говоря, синергию, которая должна двигать вперед все помыслы, развитие процессов как музейных, так и социальных. Среди экспонатов – тарелка «Кто не работает, тот не ест». Ваза 20 лет советской власти. Особый интерес вызовет лаковая живопись мастеров-виртуозов 20 века. Изделия впечатляют разнообразием сюжетов и функциональностью. Коробочка со съемной крышкой, индустриальный пейзаж, блокнот, герб СССР и многое другое. Выставка будет работать до 15 декабря.